долго втягивался, честно говоря. Было сложно поначалу, но потом, я думаю, 3-4 смены, и после этого уже было нормально, втянулся в игру. Осадок большой, что проиграли. Как ты думаешь, почему? Сложно сказать, почему. Сейчас не могу этого сказать, будем делать выводы. Вообще, какое у вас было задание на твое звено, вот с кем ты выходил? Задание у всех одинаковое. Атаковать, угрожать, забивать голы. Ну, атаковать сегодня не очень получалось, насколько я знаю, особенно во втором периоде. Ну, надо отдать должное Салават. Это мастеровитая команда, где классные игроки. Бывало, что они нас зажимали в зоне, но мы смогли отвести атаку, ну, как отвести угрозу от своих ворот, и уже в концовке мы старались забивать, бились до конца сегодня. Вот давай про это поподробнее. В третьем периоде уже что-то начало получаться. Что изменили в третьем периоде? Ну, не знаю, наверное, терять уже нечего было, надо было забивать. Мы бежали, били, стали более жестко играть и больше угрожать, думаю, поэтому. А какие выводы надо сделать в следующей игре? Что изменить? Ну, повторюсь, выводы будем делать завтра. Сегодня надо как можно быстрее забыть эту игру, отдохнуть хорошо, подготовиться к следующей. Это понятно. Все-таки прибавить, как ты считаешь, нужно в чем? Во всем.